Привет всем любителям вышивки и рукоделия! Сегодня третий отчет по проекту «Прекрасная балерина» от Dimensions. Хотела я вам показать посылку, которую мне прислала компания Dimensions. Я заказывала у них ниточки, которых, на мой взгляд, мне будет не хватать в работе. Заказывала я два цвета, потом я покажу в работе, где они используются. Номер 14223 и 18514. Пришли все требуемые ниточки вот на таких бобинках. По 6 бобинок двух цветов заказывала. И также вот в конверте была вот такая накладная, это так, по-моему, называется. И здесь написано, что заказано два цвета, и они стоят $0, 0 центов. Пришла посылка быстро, за неделю. Здесь же я оставлю ссылку о том, как заказать бесплатно ниточки. Если вы вышиваете набор Dimensions, и вам не хватило ниточек. Так, с этим разобрались. Теперь хочу вам показать, как у меня организованы ниточки. Отшиваю я балерину. И вот в таких больших органайзерах, они очень-очень большие, длинные, у меня находятся ниточки, которыми я периодически пользуюсь сейчас, потому что отшиваю платье. Там вот нужны фиолетовые, синие цвета. Не перематываю ни на какие бобинки, просто выдергиваю по ниточке из органайзера. Раньше, кстати, когда выдергивали ниточку, на конце оставался клейкий такой след. Сейчас, вот сколько я пользовалась, выдергивала ниточки, никакого клейкого следа не остается. Вот. И здесь у меня еще 7 цветов, которые вот на таких органайзерах. Я тоже их не перематывала. Мне так удобнее. Вот из коробочки. В коробочке вытягивать, доставать нужные ниточки. И на сегодняшний момент вот такое количество балерины у меня отшито. Дошила я на прошлой неделе вот темный фон и вот этот небольшой участок. Вот в этом небольшом участке 400 полукрестиков. И здесь, по-моему, 6 цветов. Вышивается в 1, в 2, 3, 4 нитки. Заказывала я вот такой вот серый цвет и вот такой темно-сливовый. Вот здесь он используется. Почему я заказала эти цвета? Потому что, как я уже говорила, эту работу я пыталась отшивать раза три. И, соответственно, я только начинала отшивать фон, потом мне что-то не нравилось, и, собственно говоря, раза 3-4 я это все распарывала, начинала заново. Вот, поэтому я заказала вот эти два цвета. На мой взгляд, их у меня мало, и на следующие участки с фоном мне может их не хватить. Если закончится какой-то другой оттенок, я закажу еще. Вот здесь будет уже спинка балерины, здесь небольшой кусочек ее прически. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели мой отчет. Всем ровных крестиков. И всем пока!